Ну если сюда, я думаю, нет. Зато я хотел, чтобы у нас четвертый был тот нуб, блядь, он, блядь, надо, чтобы кого-то выжить. Йо, похуй, да, блядь, тоже там нормально вроде, немного. Ой, это еще красавчик, кстати. Ух ты, они залагали. Двое снизу. Один длинный, другой под лестницей часов. Оба покоцанные. Слышь, я сам лагаю жестко. Ты вот, я лагаю, походу. Я сейчас вообще никого убить не мог. Я расстрелял, стрелял, стрелял, стрелял. Я могу его поставить, короче. Фрикс там с каким-то кренделем самоубились. Ну да, блядь, это не я лагает. Вижу, кстати, блядь, Сань. А, ну все, давай. Смотри, Саня, не, Сань, не лагает, блядь. Это я лагаю, Фрикс, походу. Сейчас. Нет, нет, они тоже, блядь. Лагает. Я бомбу не мог поставить сейчас. А, меня тупило. Я тут раз нормально убил, а сейчас, короче, залагало все. Тихо, Сань, смотри бомбу. Я вижу, и тут вообще никого сверху нету. Тихо, не надо говорить. Это я не услышал, я слышал вроде топота, потом не услышал. Мне нравится, сдали мне больше. Вот видел? Там наверху залагало что-то, блядь. Тело. Да, слышишь, пилорик? Походу, я в натуре лагаю. Выпустил половой, но меня, и меня только 89. Блин, не успел я. Справа, справа, на, блядь. Прыгивай, пидор. Внизу, блядь. Я ставлю, я. Где-то бежит по жестянке, затяфил, затяфил, с близнеца вышел. Я, ты видел? Да, да, он еще стоял. Как долго. Я говорю, блядь, это он не один так бегает. Тут, кстати, в светлой форме также его первый раз, короче, убил первый раунд. Он также, блин, стоял, стоял полчаса, потом пострелял, короче, и упал. Да. Блин, голову три раза попал, там на часах лагерь, Фрикс. На длине, внизу. Ой, зашел, второй. С длины один. Смотри на часах. С длины один стоп. Все нормально. Откуда? Это что было? Это вот это что? Я вообще его не видел. Его не было. Он где же здесь бегает еще? Он где-то здесь бегает. О! О. Это он лаганул, видел? Возле бомбы, блин. Он. О, не слышу, лаги просто нереальный, как. Вообще жесть, ну. Просто жесть. Не за расчет, он уже сравнялся. Так, я знал, что он пойдет. Смотри, пострелял и за стену убегающих не забыл. Да, 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 да. На длине есть. Я сверху заряжаю. Песок. Блин, нормально, он вообще мимо меня стрелял, мне жизнь отнималась. Справа, Фрикс. Там еще один. Как долго я падал. А, Бенелли опять очень виноват. Друг пришел в канал. Не ожидали, суки? Я зашел. Да, мы думали, это будет. Слышь, этот кренгель вообще перемещается, я его еле убью. Ой, он еще до сих пор бегает. Заткнись, Влад. Я уже хотел выходить, блядь. Да, это жестоко. Идет, короче, с часов. С левой стороны. По низу ебанул. По звукам, но я его покосил. Уже он идиот. Он по низу ебанул, сзади смотри. Тань. Да-да-да, точно. Можешь спасибо, да. Не, лагает, слушай, с такими нельзя. Мак какой. И мне надо хоста менять. Вчера у меня хост лагал вначале. Ну нормально стало. Я же бомбу еле-еле поставил. Так, я первый раз, когда бомбу ставил, у меня тоже, блин, висло. Да ладно. Слышь, этот кренгель вообще перемещается. О, Фрикс, спасибо. Да ладно. Ой, блядь. Это что такое, бля? Ты видел, как он бегал там? Тут, я его убил, блядь, через 5 секунд только упал, нахуй. Да то, что упал, это ерунда. Ты видел, я уже стрелять во все стороны начал. Он берет и перемещается, короче. Туда-сюда, туда-сюда. Он же передо мной там появился в упор, ниоткуда. Да, никого нету. Да, нету, блядь. Сейчас.